электронном табло, на нашей графике не сразу переключился этот второй гол. А тем не менее он случился. И как здорово попал. Да ладно. Даже вот с повтора кажется, что мяч с внешней стороны попадает в ворота. Секундочку. Мяч с внешней стороны зашел в ворота. Ну, конечно, не было никакого гола. Как мяч в сетке-то оказался. Телевидение. Там, оказывается, дырка.